Легкоатлеты полным ходом готовятся к зимнему чемпионату Украины. С 9 по 11 февраля он пройдет в городе Сумы. Главная задача спортсменов на этих соревнованиях – выполнить нормативы для участия в чемпионате мира в помещении, который состоится в начале марта в Бирмингеме. Среди тех, кто борется за право выступить на мировом первенстве – прыгунья в длину Марина Бех. 22-летняя спортсменка из Хмельницкого в легкую атлетику пришла 11-летней. И тренеры практически сразу определили, что лучше всего у нее получается прыгать в длину. С тех пор Марина не изменяет любимой дисциплине. 2017 год стал для нее особенно успешным. Две бронзы на командном чемпионате Европы и на чемпионате Европы среди молодежи. Сейчас Марина на открытом чемпионате Киева выбирает точку для начала разбега. Говорит, женский спорт коварен. Иногда соперницы передвигают метку, чтобы испортить попытку конкурентки. На юношеской олимпиаде в Трабзоне у меня так и было. Я просто пришла на свою первую попытку, а моей вот этой метки, фишки, просто не было. То есть я первую попытку должна, скажем так, была, ну, просто пробежать. У меня выбора как бы не было. Я объяснила судьям, что вот такое произошло. Мне разрешили перемерить разбег. Для участия на чемпионате мира в Бирмингеме Марине Бех нужно прыгнуть 6 метров 76 сантиметров. Ее личный рекорд в помещении на 5 сантиметров меньше. Такой высокий норматив обоснован тем, что для большей зрелищности на Мундиале решили обойтись без квалификации, а сразу проводить финал. Поскольку будут проводиться сразу же финальные соревнования, они делают маленькое количество людей, чтобы просто люди долго не сидели в секторе, не ждали. Потому что на мировом уровне, когда будет там 30 либо более спортсменов в секторе, ну вы понимаете, что это будет хаос просто. Вот. И поэтому ставится высокий норматив для сжатия количества людей именно как бы в этом виде. Чемпионат Киева Марина выиграла с результатом 6 метров 54 сантиметра. Норматив на мир, к сожалению, выполнить не удалось. Следующую попытку сделает через неделю на чемпионате Украины. Елена Дидух, Дмитрий Борщ, Илья Смык, UATV.